людини, блядь, ви мені говорите, громадяни України, блядь, служите. Ні, тобі я не рухаю. Жетон, покажіть, будь ласка. Жетон свій, покажіть. Жетон свій, покажіть. Ваше звернення. Ваше звернення, я слухаю. Суть вашого звернення. Ви завтра услышите. Дайте машину. Дайте машину, все знімаєте, ми вас просимо сісти на машину. Дата то будет все являть в Фейсбуке и Ютубе. Конечно. Это не будет ее, это будет с братвой завтра решаться. С участниками АТО. Ваше право, все. Парни, я вам скажу так. Вы меня можете пристрелить сейчас. Пристрелить сейчас. Забирайте своих коллег. Але, блядь, ее и тих я забираю. Але вы... Нет. Доброго ночи. Добрый. Я уже понял. Спрашивайте своих коллег. Как до вас звертатися? Андрей. Андрей? Да. Мене теж интересовало. Что трапилось? Вы мне можете сказать? Парни! Задержали водія в стані наркотичного сп'яніння. Якого? Вон там машина стоїть. Так. Теперь мою жену крутят за то, что она матюкалась. За то, что я сказал, что вы, блядь, сука, все пидорасы здесь, блядь. На позициях не были мы участники АТО. Ее крутят за то, что она матюкалась. Вот и все, в двух словах вы просили. Ну, дивіться, я хочу просто дізнатися, ты были на АТО для чего? Чтобы все изменить? А в том-то дело, что мы были, чтобы с этими ублюдками. Навіщо?